Уместно будет сказать, что на загородных трассах участились конфликты между водителями и дорожными работниками. Нередко те, кто латает дыры в асфальте, выслушивают претензии и нелестные отзывы о состоянии дорог. А несколько дней назад в Ноябрьске на загородной трассе, которая ведет в Ингапуровске, дошло даже до рукоприкладства. Это было примерно 23:00. У нас бригада была на Ингапуре. Выполняли работу по ямочному ремонту. Мимо проезжал автомобиль 12-й модели с далеко не трезвыми пассажирами. Остановившись, они начали предъявлять претензии дорожникам, требовать у них денежные средства за то, что их колесо попало в яму. После чего одного из представителей дорожной службы избили, спустили колеса на рабочей технике и скрылись. Повторюсь, инцидент произошел на Вангапуровской дороге, там, где сейчас работники предприятия «Ямалдорстройсервис» производят ямочный ремонт. Водители дебоширов сотрудники полиции нашли на следующий день. Их ждет наказание.